Вот это мое видео, мой шек. Радио Анна 4, Сергей Дмитрий, дробь 4. Локатор Леонид Ольга, 47, Борис Дмитрий. Это компьютер и мое рабочее место. Здесь мой приготовленный амплифайер, но он не работает. Он вышел из строя, к сожалению, и так и не заработал. Здесь блок питания в основании, порядка 75 ампер. 400-ваттный усилитель, который вышел из строя по входу. Теперь я работаю на трансивере ESO FT897. Выходная мощность порядка 40 ватт. Сверху для комфортного режима работает вентилятор. КСМР показывает мощемер порядка 40 ватт. Вижу. Так, мы там балуемся, купаемся. Мы не одни. Я сейчас провожу связь с RA9 Анна Харитон Елена и надеюсь получить от него бурсты, пинги. У нас у обоих маленькая мощность, у меня 40 ватт, 9 элементов, и у него тоже небольшая мощность, по-моему, голый аппарат и 8 элементов антенна. Вот мой сетап, скромно, пока ничего, никаких отражений нет. Для тех, кто не знает, когда отражение появляется, то возникает такая на дорожке, возникает бугорок, соответственно, характерный для FSK-441 модуляция, возникает отражение, это отражение видно на экране. Вот это мой сетап, покажу комнату. Здесь я обитаю, вот так сижу. Это мое рабочее место, компьютер. Здесь пилот, здесь маленький шек. Здесь отличный у меня есть фотоаппарат, на котором я снимаю видео, и бинокль. Пока отражение не наблюдается, здесь вот я почиваю. Все буднично, все как у всех. Леонид Ольга, 47, Борис Дмитрий, мой локатор. Есть некоторые признаки наличия сигнала. Слабенькое, правда, но что-то есть. RA9 Анна Харитон, да, я вижу его. Есть, но не очень громкость. Мощность небольшая, но отражение такие не очень сильное. Но я его вижу. И это радует. Вот так мы работаем в наших метеорных экспедициях. Спасибо всем, что вы смотрите. Желаю вам успехов. Любите УКВ. VHF forever.